Батишта в Ярославле. Популярный МС, бывший участник группы «Бандерас», а теперь сам себе хозяин в российском шоу-бизнесе, выступил в одном из ночных клубов города. Перед выходом горячей ярославской публики Батишта ответил на пару вопросов моего коллеги Ильи Барабанова. Мы обычные люди, и где-то впереди ждет удача. Что нам скажи, а как же иначе? Что будет, как будет? Российскую популярность Батиште по паспорту Кирилл Петров принесла группа «Бандерас» в 2005-м. Это он вместе с Наташей и Радой пел про то, что «Columbia Pictures» не представляет, про Манхэттен и про красивую жизнь. 6 лет спустя Батиште отправился в свободное плавание. Между тем, еще до группы «Бандерас» известный московский МС, приехавший в Златоглавую из столицы Чувашской республики, работал с Децлом и легальным бизнесом. Все отлично. Я бы не рекомендовал... Он приедет на метро. Я бы не рекомендовал людям всю мою жизнь ассоциировать с проектом «Бандерас». Ребят, это ошибка. Это огромная ошибка, поверьте мне. Я родился не для этого. Согласен, да, были какие-то жалкие попытки с моей стороны. Я бы даже сказал, не то чтобы потуги быть ведущим, но, как видите, я не смог. Я провалил все кастинги. Скромность — мое оружие. На музыкальном ТВ Батиште все-таки удалось поработать. Он также участвовал в телепроектах «Жестокие игры» и «Специальное задание». После ухода из «Бандерас» Батиште записал треки совместно с дискотекой «Авария» и Сати Казановой. А сейчас, кроме ночных клубных выступлений, дает и самостоятельные концерты. Ярославская публика замечательная, теплая, открытая. И, собственно говоря, все, что нужно для вменяемого нормального артиста, для Алины, я не про себя сейчас говорю, она доброжелательная и принимает всегда на ура. Если бы она не была таковой, мы бы, наверное, сейчас не сидели бы здесь и не вернулись в этот славный город. Илья Барабанов, Артем Майзлах, городской телеканал.